Представься. Привет. Кэп Свонси. Что скажешь про сегодняшнюю игру? Слушай, ну, перебороли мы наши проблемы командные, усилились немножечко, наладили игру, в принципе. Ничего, нормально. Это был такой, для каждой команды есть в сезоне такой момент, когда просто ничего не получается. Тяжело, вроде да. бы мы хорошо играем, но не можем выиграть. Вот это, наверное, первая за 4 игры победа. Прервали, получается, серию, да? И она, на самом деле, для нас очень важна, поэтому дальше вот будет. Как соперник? Будет только сила. Соперник молодцы, они первый тайм неплохо боролись, но не хватило, так скажем, у них реализации. Мы сегодня вроде как держали мяч, я не скажу, что показали самую лучшую игру, но она была одна из важнейших в сезоне, именно перебороть вот это, как сказать, невезение. По судейству пару слов. Да нормально все, по судейству вопросов нет. Поздравляю вас с победой, желаю вам удачи.